Поздравления принимает Марук Игорь Александрович из города Дятлова. Любимого мужем, дорогого папу, заботливого дедушку с 50-летним юбилеем поздравляют жена Елена, сыновья Вадим, Евгений, невестка Евгения и внук Роман. Ты удивительный и прекрасный муж, заботливый, веселый, добрый папа. Тебя сегодня поздравляем, дружно мы, с твоей такой особенной красивой датой. Пусть будет здоровье, надежда, любовь. Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь. Мы любим и ценим тебя, наш родной. Мы верим в тебя и гордимся тобой. Пусть хранит тебя Бог от печали, тревоги. Пусть встречаются добрые люди в пути. Пусть счастливую будет в жизни дорога, а мы рядом с тобой по ней будем идти. Стали звезды на год взрослей, лиц сорвался.